Осенью 2022 года в микрорайоне Зареченский на улице Зеленина планируют открыть новую школу. Возводит здание Орловская строительная компания «Техспецкомплект». Муниципальный контракт на ее возведение заключили в январе. И вот сегодня ход работ на этом объекте оценил мэр Юрий Парахин. На площадку зашли в конце января. На сегодняшний момент работает порядка 65-70 человек, 5 единиц техники, включая башенный кран. Работы идут в штатном режиме, срывов графика нет. Нужно признать, что с учетом сегодняшней ситуации есть проблемы, конечно, по стоимости материалов. Очень сильно выросла стоимость на металл за последний год. Примерно на 50-60% от базовой стоимости, которая была заложена в проекте. Но пока это никак не влияет на сроки сдачи объекта, на стоимость объекта. В штатном режиме будем эти проблемы решать. Новая школа на улице Зеленина станет одной из самых больших в Орле. Она рассчитана на 1225 учеников. Строители возведут два корпуса для начального и старшего звеньев. Помимо класса в здании разместят спортивные и актовые залы и столовую на 600 мест. Подрядчики оборудуют пришкольную территорию, которая будет разделена на несколько секций. На территории школы будет располагаться большая спортивная площадка, в которую будет включаться футбольное поле, беговая дорожка, сектор для прыжков, волейбольная, баскетбольная площадка и площадка для детей начальных классов. Школа на улице Зеленина строится в рамках национального проекта образования. Общая стоимость работ – почти 893 миллиона рублей. Принято работ на 44 миллиона. При этом оплачено подрядчику аванс в размере 26 миллионов рублей. Микрорайон нуждается в двух подобных школах. То есть школы на 1225 мест будет мало. Еще необходимо строить такую же школу. В тот же день мэр Орла Юрий Парахин оценил ход строительства нового водовода и дорог в областной столице. Наталья Пехтерева, Андрей Погосян, телеканал «Первый областной».